Разговор окончен. Это не вам, дорогие телезрители, и не вам. Странно, что это не мне было сказано, Светлана. Это название новой песни нашей белорусской певицы Вероники Цубиковой. Премьера состоится буквально через минуту. Доброе утро, Вероника. Доброе утро. Вероника, доброе утро. Это к кому в такой категоричной форме вы обращаетесь? Разговор окончен. Доброе утро. Премьера песни «Разговор окончен». Это песня о том, что, наверное, в любых отношениях когда-то, ну, наступает такой момент, когда нужно сделать, поставить точку, подобрать нужные слова и завершить. То есть, Вероника, или поставить точку, или подобрать нужные слова. Это разные вещи. Подобрать слова, чтобы поставить точку, да. Нет, хорошо, давай мы ему скажем так. Знаешь, иногда так бывает, когда молодой человек говорит Веронике, знаешь, дорогая, принимай меня таким, какой я есть. А она ему говорит. Разговор окончен. Скажи ему, знаешь что? Окей, прием окончен. Скажи ему. Скажи, говори громко. Скажи, что тебе Светлана Боровская сказала? Ну-ка, ну-ка. Да. Окей, прием окончен. Прием окончен. Скажет тебе Вероника. Да. Авторы кто? Песня из... Немножечко такая маленькая история про нее. Песня из моего нового EP-альбома, который уже можно будет услышать этой весной. Какого альбома? EP. Это мини-формат. Да. Очень актуальный сейчас. Да, наверное, уже несколько лет самый актуальный формат. Туда входит где-то 5-6 песен, чтобы они максимально запомнились слушателю, чтобы они воспринимались лучше, а не 20, да, как раньше мы привыкли на двух пластинках. Нет, ты говори, а не 20, как у тебя. В мои те времена старые. Да, и вот эта песня выходит как отдельный сингл, чуть раньше, как такое превью альбома. Авторы Микита и Cool Music Records, спасибо им за создание, за запись, за мастеринг, за всю красоту, которую мы сейчас услышим уже через несколько минут. Ну, собственно... Мечтаешь о чем, скажи? Мечтаю, чтобы эта песня понравилась моему слушателю, чтобы мир на земле был, надо этот мечтать. Этот год начался с премьер, чтобы он закончился премьерами, чтобы весь год были премьеры, чтобы было ярко, красиво. А маме с папой-то нравится? Конечно. Это уже немало. Хорошо. Ну и я думаю, у нас еще разговор не окончен. Какой жанр, какой стиль? Стиль поп-музыка, немножечко электронная, в общем, современная. То, что сейчас актуально. Вероника, тут пару дней осталось успеть податься на Евровидение. Подалась? Евровидение. Ну, пока что еще нет. Держим пока интригу. Значит, смотри, 9 часов утра. У тебя есть несколько часов. Сутки. Огромное количество хороших людей вокруг, профессионалов. Одного из них вижу прямо напротив, который сейчас снимает тебя с телефончика. Ваня. Да. Вот видите, мы уже его озвучили, этого молодого человека. Поэтому все, давай, да, дерзай, удачи, красивая, талантливая. Давайте еще поговорим, раз уж есть такая возможность, если уже начали. Где тебя можно увидеть? Есть ли концерты на площадках, клубы, конечно, клипы? Клипы у нас как раз выходит завтра, премьера клипа, называется «На песню мне хватит», из моего предыдущего EP-альбома. Песня для Евровидения на английском называется «Девочка огонь». Хорошая название. Да, песня про то, как девушка сначала боялась любви, а потом сама стала этим огнем. А потом сама нырнула. Да. Да. Слушайте, ну отлично, разговор окончен, мне хватит, позиция понятна. Позиция понятна, поэтому удачи, Вероника. Итак, у нас в прямом эфире на концертной площадке белорусская певица Вероника Цубикова. Просим. Прощаемся, всего доброго, удачного дня. Вероника, удачи. Спасибо. Подойди поближе ко мне, ты словно солнце среди гроз. Я летела к тебе, как же так получается снова? Ты так далеко, далеко. Чувства лишь называются словом, уже не любовь, уже не любовь. Разговор окончен.